приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, благослови наше занятие. Умудри нас, Господи, Твоей мудростью. Дай нам усвоить Слово Твое в истине, не уклоняясь ни влево, ни вправо. Прибудь с нами до конца. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Ну, сразу хочу просить прощения. Мне сегодня сделал брат, что я плохо читал Евангелие. Действительно, я читал его скверно, так что простите Христа ради. И прошу простить за то, что я к занятиям практически не готовился. И на двух предыдущих занятиях тоже не был. По сведениям от брата Игоря Болящего, вы прошли 10 стихов 8 главы послания апостола Павла, первое послание апостола Павла Коринфянам. Озвучим этот 10 стих, с него еще начнем, продолжим это занятие с Божьей помощью и нашими общими усилиями. И с помощью, конечно, Филиалакта Болгарского, всех святых, чью помощи призываем. 1 Коринфянам, 8 глава, 10 стих. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?» Вопрос. Какое толкование приводит Феофилак Болгарский? То есть, если кто-нибудь слабый увидит тебя, как ты называешь себя совершенного, едящим идоложертвенное, то не найдет ли он большего повода к тому, чтобы и самому есть идоложертвенное, и не более ли еще утвердиться, это значит расположить, слово такое из стиха, в мнении, что идол есть нечто, то есть он может расположиться во мнении, будет считать, что идол есть нечто собою. «Ибо не зная твоей мысли, с какой ты это делаешь, он без сомнения подсчет твой поступок увещеванием». То есть человек, который сидит в капище, он знает, что идол это ничто, и поэтому он принимает идоложертвенную пищу. Потому что от этой пищи он таким образом как бы не оскверняется. Но подает соблазн, потому что этот человек не знает, что он имеет в виду это знание, что он имеет это знание о том, что идол не есть что-то такое, что может являть собой, заместить Бога. Поэтому, конечно, дальше мы и читаем продолжение этой мысли в 11 стихе. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Таким образом, толкование дальше. Таким образом, совершенство твое будет причиной погибели другого, и притом слабого, и такого, за которого Христос умер. Стоит вопрос, а совершенство ли тогда твое это? Если ты в своем знании надмеваешься, что ты знаешь, и принимаешь идоложертвенную пищу, зная о том, что брат твой, он не имеет этого знания, не думает об идоле так же, как ты. И потому ты должен знать об этом, думать о своем брате, который может соблазниться. И тогда ты будешь совершенным. А если ты не думаешь об этом, то совершенство твое есть ничто. Если же Христос не отказался и умереть за него, за этого слабого, немощного брата твоего, как же тебе не воздержаться от яств, чтобы он не соблазнился твоей пищей, говорит Златоуст. У кого-то были... Ну, мы знаем, что Слово Божие, оно живо и действенно во все времена, поэтому мы всегда должны применить вот эти слова, эти стихи, они написаны для нас, не только Коринфянам,
Это послание апостола Павла. Но к нам оно написано. Поэтому из своей жизни мы должны вспомнить примеры, когда, может быть, мы соблазнили кого-то. Или были соблазняемы кем-то. И как мы вышли из этой ситуации? Не припомните таких ситуаций? Ну, я помню, у нас был брат, был бывший брат наш, Алексей, который ушел потом, фамилию забыл, напомните. Крестился, который снимок, да? Да, 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 да. Батюшка? Нет, нет, нет. Он как раз был отлучаем за то, что участвовал вот в принятии идоложертвенно. Он был у этих кришнаитов и там принял, съел яблоко, что ли, там, которое вот было принесено в жертву этому Кришне. Так что вот такой случай был в нашей общине тоже. Ну, потом, конечно, он с самого начала, я с ним когда общался, видел, что духовное повреждение у него было глубокое, и, к сожалению, он из этого повреждения не смог выйти, несмотря на пособие, которое было оказываемо ему со стороны братьев и сестер. Мы о нем молились и увещевали его, но так вот вышло, что он ушел от нас. Еременко, Алексей Еременко. Двенадцатый стих. «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Интересно говорит о совести. То есть совесть есть и у того, который считает, что идолы есть ничто, и она, эта совесть такая, ну, совершенная совесть, да? А вот совесть этого немощного брата, она немощная. То есть он считает, может почитать этого идола за нечто, то есть как бы за Бога. Поэтому может соблазниться. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вот об о немощной совести говорит, вы согрешаете против Христа. Почему? Потому что Христос умер за этого немощного брата. Не сказал соблазняя, но уязвляя. Дабы показать жестокость их, когда они уязвляют и слабую совесть. На самый же верх преступления возвел этот грех, когда сказал «согрешаете против Христа». В каком же смысле этот грех совершается против Христа? Не в одном, а именно. Христос усвояет делаемое рабам Его себе. Уязвляемые суть его тела и члены. Они разрушают то, что он совершил через собственное заклание, то есть спасение. У кого возникают вопросы, какие-то мысли, пожалуйста, сразу поднимайте руку. Да, брат? Ну, я могу пример только не седой, а привести просто пример, например. Я одного был раньше в этом очень слабо. Вот, например, я видел брат более совершенный, кажется, которого считаю, от которого даже я родился духовно. Я вижу, например, он на благовестие, как сказать, такой теплохладный, не идет. А я думаю, а кто я такой? Что он такое дерзновение не имеет, идет. Ну, там бывает, что когда идет, когда не идет. И я на этом уже тоже соблазнялся. Тут не о пище, вот даже простой пример, что очень важно, если ты для человека кого-то служишь примером, а это мы все должны знать, то должен всегда эту, как там называется, рамку держать, планку, да? Планку эту держать всегда, чтобы другому немощному брату не подать соблазн к преткновению, к падению. То есть ты должен, наоборот, подавать ему пример в духовном росте, вот как Иннахимович у нас наставник. Он всегда дает повод, чтобы человек духовно возрастал, чтобы подражание. Именно. Да? Я тоже вспомнила, да? Такой, да, случай. Нина Александровна. У меня такой же случай был. И именно с пищей в лагере. Я вот забыла, сейчас Владимир стал рассказывать, и я вдруг вспомнила, что да, у нас был такой случай, что мы на костре печем картошку. И у нас двое мальчиков, один из них был мой внук Максим, Стефан, у нас в лагере был.
И Игнатий Тихонович для него придумал диету, которую назвал галатийская диета. Это прям конкретно для него, для нашего Стёпы. Он был полненький, у него щечки такие прямо пухленькие-пухленькие. Игнатий Тихонович говорит, один нос только чуть-чуть торчит, а весь заплыл, лицо-то все заплыло. И вот он прямо страдал, что вот он такой у нас полненький, Игнатий Тихонович. И однажды утром, это мы уже пробовали. Стёпа-то не страдал? Нет, Стёпа от этого не страдал. И вот утром приезжает Игнатий Тихонович, это после 2 дней нашего пребывания в лагере. Стёпа, Игнатий Тихонович приезжает утром рано, еще прямо до завтрака, еще даже до того, он обычно приезжает в одно и то же время, а это пораньше приехал. И я смотрю, он такой прямо радостный. Велосипед ставит и сразу ко мне. Нина, я молился сегодня ночью, вставал, и мне Господь открыл вот такую диету, галатийскую назовем ее так. И рассказывает, что была в Галатии, был голод, так, и, вот, и то-то, то-то. И вот как они выживали. Да, такой был. И вот для него диета. Эта диета была конкретно вымолена Игнатием Тихоновичем для моего внука. И она укрепилась, эта диета. И первое время этой диеты я маленько уклонилась от того, что я хотела сказать. Ее у меня просили много. И даже пошла за границу, вот в Германии, из Германии вернулась сюда к нам в Россию, пошла на Восток. И у меня все спрашивали, как это, что это за диета такая. Это действительно очень хорошая диета. Она связана не с голодом. Но крепко надо потрудиться над собой. Это в каждый прием пищи 2 сухаря на выбор. Я вот давала миску такую с сухарями, и ребенок выбирает 2 сухаря и кружку чая. Ему этого достаточно. И вот насколько хватит терпения. Вот у меня Степа был 20 дней, но я отвлеклась от самого главного. И вот эти ребята, еще один мальчик согласился, я, говорит, тоже хочу. И вот они вдвоем. А тот мальчик был издалека, из города. Неважно. И вот он, пошли когда они на этот костер, а это, они же голодные, они-то жили там только на сухарях, а там картошка печеная, и они наелись этой картошки там. Их рвало. Ну, плохо было. А у нас же там остается. И на утро мы подаем ребятам на стол. И в тот день почему-то они утром не съели эту картошку, она осталась. Игнат Тихонович говорит, кто не успел доесть, оставляйте. Мы ее потом в обед доедим. А я видела, что ребятишки так уже плохо, вот, ну, мои-то, плохо им. Я взяла. Когда я убирала со стола, и вот эта картошка, я сначала ее оставила, протерла все и оставила ее. А потом вот, знаете, вот без попутал. И я хожу, а в самой все мысли. Так ему так плохо, он после сухарей наелся этих. А сейчас он будет доедать то, что он не съел, а он не съел свою картошку. Ему будет еще хуже. Я собрала эту картошку и в печку и сожгла. Господи, помилуй меня. Я ее сожгла. Потом, ну, сразу, когда пришли, я думала, что да никто и не хватится про эту картошку. Но с меня ее спросили. И когда с меня спросили ее, а я говорю, я ее сожгла. А как это сожгла? Ну, ребятам же плохо уже с этой картошки. Со мной не стали разборки тут наводить. Это было позже потом. В моей келье это уже отдельно была со мной беседа. Но я поняла, какой я соблазн подала. У нас была Анна, Яшина мама, из Красноярска которая. И она говорит, Нина Александровна сожгла. Этот адамант веры. Вы знаете, для меня это было все. Что мне пришлось отчитываться, какие я слышала в мой адрес, что я услышала. Меня это так не поразило, меня это не убивало. И мы помолились, все. И мне столько горя и страданий не принесло, как вот эти... 2 слова. Всего лишь. И это адамант веры.
я поняла, какое я в нее вселила вот это вот колебание, а она, видимо, так обо мне думала, чего я грешная недостойна, я не такой адамант, о котором она думала. Я до сих пор это вот страдаю от этого. Да, ну, я уже тоже вспомнил случай, о котором я уже рассказывал, но не грех будет и повторить его, потому что это последствия того поступка, который я совершила, и я их сейчас пожинаю, потому что соблазн я подал дочери своей, когда я специально возил пищу в пост для своей дочери, учившейся еще в начальной школе, и ребята пошли в столовую, и я оставил ее кормить в классе, и кормлю ее, а ребята раньше времени вернулись. Она сидит у меня в платке, кушает. Когда я услышал, что не возвращается, я сдернул с нее платок. Но вот этого достаточно было, чтобы уже вселить в нее вот этот вот червь сомнения, недоверия, и так ли все это, нужно ли все это соблюдать. Поэтому и сейчас я пожинаю это, потому что в отношении к платку оно остается, ну, таким слабым, теплохладным, скажем так. Поэтому насколько мы должны следить все время за собой, чтобы не подать соблазна нашим ближним, о которых мы молимся, о которых потом думаем, почему они не приходят, почему они уклоняются, почему они теплохладные. Господи, помилуй. Я думаю, что у каждого припомнится какой-то такой момент, когда мы соблазнялись или соблазнили кого-то. Ну а соблазнялись-то, каждый из нас соблазнялся. Я могу сказать, что соблазнялся и об Игнатии Тихоновиче, рассуждая вот так, а потом оказывалось, что это совсем по-другому, и приходилось каяться в этом. Поэтому прежде чем соблазниться или начиная соблазняться, поразмысли вначале. И во всяком случае не распространяй свое неустоявшееся мнение, в котором ты, кажется, соблазнился, в котором ты вроде как убежден, помолись крепко, да еще не один раз, да с поклонами, и дай, Господи, чтобы умудрить меня, и чтобы этот соблазн устранился от тебя. Вот тогда это будет правильный поступок, это правильное будет поведение. То есть мы можем как соблазняемым быть, так и соблазнять. И то, и другое для нас может быть чреватым, чреватым последствиями. Такими, что можем уклониться от спасения даже. Если мы, соблазняясь в брате своем, можем похулить и Духа Святого. От чего устрани Господь нас? 13 стих. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Толкование. Как отличный учитель, собственным примером доказывает то, о чем говорит. И не сказал, если соблазняет справедливо, но как бы то ни было. Не сказал также, не буду есть идола жертвенного, но вообще мясо, хотя бы оно было дозволено. Не сказал опять, в один или в два дня, но во всю жизнь свою. Ибо это значит вовек. Не сказал, наконец, чтобы не погубить, но только чтобы не соблазнить. Часто Игнат Тихонович обвиняют в том, что да ты постоянно говоришь только о себе рассказываешь. Ну а о ком он должен говорить, если вокруг нет другого примера? Естественно, приходится ему также говорить, как апостолу Павлу, который говорит о себе, что я вот хвалюсь, но хвалюсь потому, что я лучше буду хвалиться своими немощами. Он это тоже говорит о немощах своих. Более всех потрудился. Более всех потрудился, говорит апостол Павел. Поэтому, когда мы говорим о себе, то, конечно, зная одновременно, что все мы несовершенны, один только Господь наш
совершенно. И говоря о своих достоинствах, нужно помнить всегда о своих недостатках и о своем несовершенстве. Совершенство наше может быть только в наших мечтах, наших не только мечтах, а в, наших, в нашем постоянном действии. Мечты, которые должны постоянно воплощаться. Вера наша, она действенна должна быть. Тогда она будет подтверждаема делами нашими. Тогда мы будем продвигаться к этому совершенству, которое поставлено для нас. «Будьте совершенны, как Отец ваш совершен есть», призывает нас Иисус Христос. То есть это недостижимое для нас совершенство. Оно достижимо только с божественной помощью. Ну вот, 8 глава закончена. Есть вопросы по главе, по стихам, отдельному конкретному какому-то. Вопросы или свои размышления по святым отцам, прочитанным каким-то книгам, толкования святых отцов на это послание апостола Павла Коринфянам. Нет? Переходим дальше. К следующей главе. Глава 9. Первое послание апостола Павла Коринфянам. Первый стих. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?» Вот такой стих. А апостол Павел видел Иисуса Христа? Когда он дошел, слышал голос, но не видел. Я думаю, что и видел. Да, да. Он не был так, как другие апостолы, рядом не с ним, бок о бок, не жил. Восхищен, когда? Нет, он никогда. В Писании нет ни одного места, где бы было сказано, что апостол Павел встречался со Христом. Никогда. Он только в духе. Слышал голос, только в духе был. Все. Слышал голос. Но когда он встречаться до третьего неба, когда? А там где было сказано, что он... Ну, воплоти Христа в человеческом еще. Он, естественно, с ним не встречался. Это все знают. Важно-то вот этот вопрос, что он говорит. Я более потрудился, но поскольку я не ходил, доверие-то было каким апостолам? Петру? Так. К Иакову? Ну, я вам скажу, вот вначале рука, а потом разговор. Так, у кого есть рука? Не вижу. Руки уже сразу все спрятались. Ну, я верю, что есть рассуждения не совсем правильные. Если бы он не видел, то не было бы такой формулировки вопроса. Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? А ответ сам за себя напрашивается. Значит, видел. Значит, видел. Потому что, когда он видел? Ну, можно предполагать, что во время Вознесения, когда он до третьего неба был вознесен, видел. Потому что там он общался с ним наверняка. И поэтому и вопрос такой, формулировка. Иначе вопрос по-другому был бы сформулирован. А Господь это свет, а он свет такой видел, когда слеп. Ну, это как уже, так сказать, это все в духе. Это косвенно. В духе. Естественно, физическими очами он его. Ну, как оно-то там было, мы можем довериться только, потому что апостол Павел задает такой вопрос. Ответ один, однозначен. Видел. Не видел ли я? Значит, видел. Не апостол ли я? Апостолом? Конечно, апостол. И дальше. Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Конечно, видел. Не мое ли дело вы в Господе? Конечно. На все три вопроса в одном стихе ответ один – да. И аминь. Толкование. Сказав, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо, дабы кто не почел его тщеславным и самохвальным, вынужден, наконец, объявить, что воздерживался и от дозволенного, чтобы не соблазнить кого-нибудь. Тогда как Христос заповедал проповеднику Евангелия питаться от Евангелия, Лука 10:7, то есть за счет получаемых,
А я, говорит, лучше решился истаивать от голода и ничего не брать от вас, но работать своими руками и питаться своими трудами. Мы знаем, что апостол Павел своими руками от своих рук питался, потому что шил палатки и имел прибыток, доход имел, который его питал. Ибо, как кажется, были у них некоторые учители, богатые, пользовавшиеся честью за то, что учили безвозмездно, и тем старались пристыдить Павла. Уразумев это, он, как я сказал, не хотел кормиться за счет своих учеников, хотя и имел на это право. А почему? Какое право? Где говорится в Священном Писании о том, что он имел права? Я не помню место. Послужили, если вам духовно, то вам почему не послужить нам телесно? Не помню. Да, место. Это правильно. А потом не заграждай уста вола молотящего. Это еще из Ветхого Завета. Так что несколько мест Священного Писания говорит о том, что трудящиеся на божественной ниве священники и апостолы, они достойны пропитания. Поэтому он говорит об этом. Хотя я имел на это право. Так, говорит, я веду себя, а вы не воздерживаетесь и от идола жертвенного. Такова вообще мысль этого места, которую он раскрывает в нескольких стихах. Впрочем, рассмотрим и порознь каждое изречение. Первый вопрос. Не апостол ли я? Чтобы кто-нибудь не сказал, тебе нельзя брать, поэтому ты не берешь. Как говорит. Как? Разве прочие апостолы не берут? Да, скажешь. Что же? Разве я не апостол? То есть такой же, как они. Не свободен ли я? Второй вопрос. То есть никто не возбраняет мне брать. Чтобы не сказали опять, прочие апостолы важнее тебя, потому что видели Господа. Говорит, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Ибо после всех явился и мне, как некоему извергу. 1 Коринфянам 15:8. Явился мне, говорит апостол Павел. Так что это подтверждает, это вот как раз ответ на этот вопрос. Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? И 1 Коринфянам 15 глава, 8 стих говорит. Ибо после всех явился и мне, как некоему извергу. А быть самовидцем Христа было действительно великим преимуществом. Ибо сам он говорил, блаженны ваши очи, потому что вы видите то, чего не видели пророки и цари. И предлагается сравнить с евангельским местом Лука 10 глава 23-24. Можно было бы открыть эти места. Если ты и свободен, если и ты апостол, но не совершил никакого дела апостольского, что из этого? Ибо и Иуда был апостол и видел Господа. То есть этого недостаточно. Видеть Господа, ходить рядом с Ним. Что-то прочитать? Да. Луки 10 глава 23-24 стих. «И обратившись к ученикам, сказал им особо, блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Если ты свободен, если ты апостол, но не совершил никакого дела апостольского, что из этого? Ибо Иуда был апостол и видел Господа. Поэтому говорит, вы мое дело, значит, я исполнил служение апостола. Но сказав важное, прибавил в Господе. То есть исполнил силою не своей, но Господней. Это говорит еще раз о скромности апостола Павла в то же время. Хотя он и хвалится не только своими немощами, но и тем, что вы есть мое апостольство, подтверждение моего апостольства, вы есть. Потому что он родил в муках рождения, каждый раз говорил об этом, что я снова в муках рождения, доколе от вас не отобразится образ Христа. Так и мы тоже рождены через
муки рождения, чтобы в нас отобразился образ Христа. Дай-то Бог, чтобы мы этот образ не помутняли своими грехами, соблазнами, своими соблазнениями или соблазнами кому-либо то ни было, немощным братьям и сестрам. У кого есть вопросы, размышления по этому стиху, по этому стиху здесь три вопроса, о которых мы уже вот так вот рассуждали и прочитали толкование Филакта Болгарского. Ясно все. Дальше пошли. Есть у вас что? Говорите. Я утреннее собрание как бы продлил. А вот если мы религиозно талантливые, то, наверное, в этом и заключается, чтобы Слово Божие перенести, так сказать, экстраполяция событий на сегодняшний день. А иначе голова, говорит, как земной шар, а сердце как песчинка. Вот апостола Павла письмо получили. Никто же не открывал Новый Завет, его не было просто. Обыкновенное письмо. И он здесь утверждает свой авторитет. Он больше ничего здесь не делает. Не видел я, не знаю, или с чем я хуже, то другое. И вот теперь преемники у апостолов нашлись. Епископы наши – это преемники апостолов. Но апостольского-то там еще нету. А за слово преемники они вот так держат. Я сейчас в интернете выставил последнее. Игумен, кажется, или там иеромонах. Феодосий, кажется, новосибирский. Как они строили, с каким трудом, буквально на своих костях. Ничего нету, достань. А котлован вырыли, вот строй теперь. Ни денег, ничего нету. И как только он построил, с народом-то, архиерей сейчас раз на другое место, здесь делает, что хочет. Ставит своих там с Украины привезенные, которые его, и дальше идет. И сделать еще нельзя, он подробно все описывает, какое состояние. Власти никакой нету у народа. Старост, вот у нас сейчас избранный, через год собрание. Он епископ одним росчерком, мне это не надо убрать, я кого хочу, того поставлю. То есть узурпировали власть, апостолы ж так не делали. Они апостольские преемники. Вот это апостольское послание. Я его тогда признал бы просто как от знакомого брата Павла пришло. Но ссылаться на каждое слово до буковки смотреть, у меня и мысли не было, почему это не канон. Сегодня это канон. Я смотрю, в каком слове. А разве мы не можем так? Ну хорошо, ты можешь. А пресвитер можешь на эти слова сегодня сказать епископу? Не видел ли я Господа? Ну что ты предо мной возносишься? Ну кто ты такой, когда на всех иконах епископы в ад их щерсть тащат туда цепями? Ну посмотри на иконы-то. Кто первые-то идут туда-то? А он кощеврыжит, он на себя, говорится, гнет такой, говорит, фигуру что-то, а там ничего нету. Я ему правила, да, все это, кстати, Игнатий, с правилами, все это давно устарели уже каноны. Я говорю, Вселенский собор, ты как маленький ребенок, да кто сегодня это исполняет? Я что должен перед ним, горбатиться теперь или обличить его? Не видел я Господа, не чувствую ли я в себе? Мы местами-то можем поменяться с ним. Как об этом Сергий Строгородский говорит-то. В особо трудные времена Бог воздвигает людей, которые никакой харизмы не обличены, никакого сана нету. И заново восстанавливает падшие скинию. А это повернуть-то это сейчас мы можем или нет? Или только это к апостолам замерло, да? Апостол, авторитет утвержденный. Ну, просчитали, запомнили, дальше-то. А ты сегодня посмотри на его преемников-то, что они вытворяют. Вот Георгий Титов и община отошла здесь из патриархии. Только поэтому, которому сам был принят, они теперь, епископы, узурпировали власть. Это собор должен лежать, а они какой? Архиерейский собор. Это в уставе нету даже в московском виде. Это они сами взяли. Архиереи что, они собрались, решают. А где народ, где священники, где диаконы, где архимандриты? Никого нигде нету. А там избранная кучка, может быть, голубое лобби все решает. Мы столько труда положили, здесь он пришел, епископ. Ну и что? Теперь нам власть, она... Этой власти не было 3 года назад, а сегодня она есть. Да какая власть от Бога-то? Которая 3 года назад была или которая сегодня? С какого времени стали эти архиерейские соборы-то? Да они всегда были, но ему определенное место назначено. Вершиной всего считается полное собрание, когда церковь собирается. Да, архиерейский собор временами собирается, как у церковно-приходской совет на низшем уровне. Они решают, но церковно-приходской совет у нас подчинен общему собранию. Церковно-приходской совет не может старосту выбрать.
Ну, там же какие другие вопросы. Это в уставе написано. А они устав поправили. И тогда Георгий-то и восстал. Георгий-то прав на 100%. И они убрать его. Они там заперлись в храме, там что начали отдельно, сейчас собираются, и вопросов нет. Они тогда лютуют. Они не ожидали этого. А остальной народ, ну никакого счастья нет. Тебе дано право свечки ставить? Ставь. Исповедайся, причастись и вали домой. Вся твоя миссия кончена. Народ им не нужен совершенно. Им нужен народ только для антуража, чтобы не скучно было совершать богослужение. Вот эти со слова сегодня, если так называемая экстраполяция перенеси на сегодняшний день, будьте религиозно талантливы. Я хочу, чтобы эти слова жили, заговорили сегодня. Он говорит, Павел, поминайте наставников ваших. Не сказал архиереев поминайте, они только монахов, их канонизируют, и канонах. Кого? Которые проповедовали, ни один монах не проповедовал. Чего вы их канонизируете-то? И взирая на кончину жизни их. А какая кончина? Он сидел такой, такой умер там. Кого канонизируют это? Павел говорит, поминайте. А как поминать-то я могу? Простой пример. Я говорю, тебя как звать? Да ты еще не знаешь, что ли, Алексей? Ну ладно, Алексей, идем. И как раз день Алексея Божий Человека. Я говорю, это твой святой? Да. Подражайте им. Ты подражать можешь ему? А как? Я, ты сам должен решать, это твой святой. Я своему подражаю, а ты? Ну а как я могу подражать? В окно вылезти и жену бросить. Это первое. Один. А у меня зять Алексей. Алексей, я говорю, ты знаешь жития? Нет. Он ее в брачную ночь бросил. Она верующая. Он женился, повенчался, ей теперь никуда нельзя. Мать, отец верующие. А он ночью удрал и все. Своей дочерью так. Да ты что? Да я бы его своими руками задушил. Да ты же его канонизировал. Кого душить-то? Да как это? Моя дочь. Да... И она не может выйти замуж. Она сидела всю жизнь около окна и плакала. А он сидел там, и ему помои на голову лили. Ну считайте житие Алексея Божьего Человека. Я не придумаю ни одного слова. Кого вы канонизируете? Это не антиевангелист, это садист самый настоящий. Мать с горя убивалась, полуживая. В окно только смотрела, где мой сынок? А он в конуре рядом живет. Его никто не узнает, как он себя истощил. Но не в нем дело-то, это было учение уже такое. Учение. Оно заблагоухает после смерти, когда он умрет, от трупа его, от телес его, от мощей его. Благоухание пойдет там. Сатана напустит таких духов, что с места не сведешься. Пойдем в любую парикмахерскую. Сколько там надушили-то? А настоящий тебе запах-то был, там, где женщина надушена пройдет, там полдня надо святой водой кропить. Это зловонная жижа вылитая от нее. Я был в одной келье такой, женщина прорвалась там к нему спросить, он ее как туранул оттуда. И говорит, целый день, говорит, кажу, не могу запах никак выбить, какой от нее. Зловонный. Вот, просчитали одно место. Будьте религиозно талантливы, перенесите на сегодняшний день. Как оно будет, кого поминать? Не видел ли я Господа? Скажет, я говорю, я видел его. Павел как увидел, так я его внутрь принял еще больше. Если Господь позволит еще быть в Венспилсе, на том месте я склонюсь, где первый раз повернусь туда, где я молился, первая молитва была, все заснимем. Да благословит Господь. Вот что здесь надо. Повторяю это слово и буду очень часто повторять, быть религиозно талантливым. Талантливым, то есть... Кто из ничтожного извлечет полезное, сделай, как мои уста. Награда какая? Ты будешь говорить, как будто ты, я тебе все вложил в уста твои. А всего ничего из ничтожного извлечь полезное. Вот из этого маленького слова Павла, оно канонизировано. Но он сказал, кому подражать здесь. Он, видите, образ наш. Сегодня ничего этого не знает, всех буквально сбили. А вы что о себе рассказываете? Не вопрос не ко мне, к Павлу. Зачем он о себе рассказывает? Он восхваляет себя. Меня-то кто знает? Я сказал, и два человека, и все. Его-то знает-то 2000 лет. И везде хвалится и хвалится, что я больше всех потрудился, не больше, только непрерывно он говорит слово «я» на каждом шагу. Как? По-другому нельзя. Люди умерли, он оживляет их этим. Я из такой же плоти, из такой же крови. И я это делаю. Почему вы это не делаете? Примером увлечь старается. Почему Варфоломей это не написал? Не знаю, но Павел это написал. А мы должны это теперь перенести на себя и точно так же прожить. Конечно, я другой масштаб. Ну, я должен, как солнце в капельке воды отображается, маленькое там тоже, но я должен точно так же отобразить, чтобы не стыдно было
ну, еще в школе изучали. Николай Островский говорит, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно года, больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы, умирая, смог сказать. И что дальше? Вся жизнь. И все было отдано борьбе за освобождение рабочего класса. За освобождение людей от греха. Так это атеист говорит. Я из ничтожного извлекаю полезное. И Бог сделает, как мои уста. В первую очередь я должен показать, Господи, я стараюсь из ничтожного, из высказывания Николая Островского, коммуниста, парализованного, которое к осенению шло. Я нашел в нем столько полезного. Как закалялась сталь. И на нем воспитывались вьетнамские борцы. Всюду и везде, во всем мире. Потому что книга переведена была. Почему? Он был одержим этой идеей. Он дальше ничего не видел. Но он старался. Перенеси это теперь на духовную сторону. Пусть сегодня это епископы скажут. Разве не имеем мы власти иметь жену? Они поставили, не имеете права. Апостол имеет право, они не имеют. И заключили все под мертвое монашество. Они семейной жизни вообще не знают. А если знают, только с отрицательной стороны. Он эту жену, которая была уже упек, а теперь пришел сюда. И сейчас показывает, какое у него, у священника, состояние. И он прямо лежит в больнице и сам все рассказывает. И главное, пораженные были милиция, он дал знак, что обворовали-то. До дома у меня было за 15, что ли, миллионов там рублей. Дома. Миллионы. Да как это так? А машин сколько там машин? Там 4, кажется. Самая современная. Каждая больше миллиона. 3 дома. Это квартира, одна в Москве. Там чего только нет. Это священник. И это все он лежит и открыто все рассказывает. Как я могу сказать, когда люди говорят это? Мне разницы нет никакой. Я только говорю, ну, слова-то остались целые. Подражайте мне. У Павла ничего не было. Когда он говорит, принесите филонь, это сегодня филонь, это одежда с торком. А тогда это плащ. Плащ забыл где-то был, там или жарко было. Ничего больше не было. У меня сейчас 2 брата было, программиста. У меня поставили новую программу. Братья, вообще, Виктор и Алексей. Покупают все. Я говорю, вы купили и поставили? Я знаю, вы жертвенные. Купил компьютер, видите, там новый, там сколько они денег, все там. Я внутри себя не могу. Сейчас придется все перестану. Компьютер, принтер туда, это сюда. И опять ему новый купим. Он новый еще компьютер. Ну, сейчас новая программа его не принимает. Купить новый. Ужас какой. Ну, люди на этом настаивают. А? Люди-то просят, чтобы у вас была техника. Не могу. Она... Вы не можете обмазать людей. Вы должны смириться, потому что техника, она же растет. Это для людей. Это для людей, не для вас. Это же для вас, для большей пользы на весь мир. Я не знаю, для большей. Это внутри меня, я не могу. Это чужие деньги. Но это не для вас куплено, а для людей. Я хожу, чуть не падаю перед ними. Это практически для всех тех людей, с которыми вы общаетесь. Им объясняю. Ну сделайте как-нибудь, провод протяните. Нельзя, провод только вот такой вот, больше нельзя к принтеру. Теперь принтер туда. Гляжу, разговаривай. Еще раз говорите, да новый сегодня купим, сейчас обои приедут опять. Вот купили колонки, там 1000. Стоят, они не нужны. Наушники, да они немного стоят, там несколько десяток. Купили, узнал, 900 рублей. Они мне не нужны совсем, мне нужен только микрофон. На микрофон хорошо говорил. Они стараются лучше, я все принимаю. Но ты глянь, кто перед тобой. Я по-другому жил, я не могу это взять. Они не спрашивают, закрой глаза, открыл глаза, стоит. Сел, уехал. Я работаю лучше, это конечно. Речь. Я 12 письмо. Сегодня написал пункт, в который нет. Видите, все выправил. Это люди все просят. Поставьте себе. Его все ждут, когда он поставит хорошую. Я бы ушел с компьютера, больше ни разу не подошел, как бы не эти люди, о которых говорите. Речь-то идет не о вашей пользе, не о вашей выгоде, а о выгоде всех людей, с которыми вы общаетесь, на весь мир. И к этому нужно... Это же понять... А если понять, значит, нужно себя переломить. У меня внутри тяжело. Надо перешагнуть через это не для вас. Ладно, считайте. Вы любите брата своего, позвольте ему слушать вас. В хорошем изображении видеть вас. Крыша не может быть дороже дома. Уже 20 это не для вас. Игнатий Тихонович, может на лошадях поедем?
Ладно, давай. На лошадиных силах, брат. Вот тебе понятно, для чего я сказал это? Да. Перенести сегодня, кто это может сказать? Может это сказать священник, что он говорит? Сказать епископу. Не апостол Павел для нас, для мирян. А вот эти же слова все точно должен сказать епископу, чтобы осадить его, посадить на место. Чтобы не узурпировать. Священник, кто? Да там, говорит, три священника вместе. Приходит и говорит, вы уволены. Как уволены? А вы против меня говорили. Так мы же правильно говорили, чтобы я больше этого не слышал. Пошли вон отсюда. Он разговаривает с ними, как мальчишки. Они совершенно бесправные. Я говорю, мне один священник нахвалит, у нас епископ, это такой хороший. Но я боюсь выступить. Если сейчас не так он узнает, он меня с ребятишками на улицу выбросит с ребятишками. Среди зимы. Какой хороший епископ. Одно то, что ты о нем так думаешь, разве ты не говоришь, что он дал повод, а что ты узурпатор, тиран. Притом это не об одном говорят так. А другой я не могу, у меня жена в церкви работает, если узнает, а я на мирском предприятии, они там меня добивать будут, у меня хорошую работу отнимут. Они преследуют до конца всех, чтобы уничтожить. Это выродки Беревско-Сталинской пробирки. Против сказать там никак. И поэтому Бог насылает на них эту кару. И она где-то совсем рядом. Они пойдут под нож, выжжены будут. Бог говорит, я решил убить тебя. Потому что ты согрешил и не принимаешь обличения. От кого обличение-то? Для меня обличение. Это псевдоправославный, Дворкин найдет слова. А вы-то веру православную потоптали. Совершенно изгадили. Не, ну он правила не признает. Я ему правила, он смеется в ответ. Я говорю, Златоуст, он мне священник говорит, ну что Златоуст, еще это священное писание. А сам писание это в руках не держит. И в этой невыносимейшей обстановке я должен работать. В Болгарии. Я могу сказать, что то, что мы делаем, никто никогда не делал. 50 лет я с людьми работаю, и всех до одного толкаю московскую патриархию, и они больше всего меня убивают. Это вообще нельзя придумать даже. Это даже уже не дурь никакая, ничего, а это... Бесовщина какая-то. Читаю. Следующий стих. Второй стих. Первого послания апостола Павла к Коринфянам, 9 глава. Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Толкование. Не говорю, что я учитель всей вселенной. Но вам разве я не учитель? Почему же я не брал ничего от вас, с которых взять имел особое право? Через такую уступку еще более подтверждает речь свою. Выделено. Ибо печать моего апостольства – вы в Господе. То есть доказательство. Если кто пожелает убедиться, точно ли я апостол, я укажу на вас. Вы составляете печать и подтверждение моего апостольства, ибо я совершил между вами все, что должен сделать апостол. Вот это нижняя дырка. Это лучшее решение. Вот это правильно. Это лучшее решение. Вот это даже прочитал. И опять хочется все растолковывать. Давайте. На сегодняшний день. Несколько талантливо. Несколько слов прочитаю еще последний. Религиозно талантливо. Религиозно талантливо сейчас. Да. Вы составляете печать и подтверждаете подтверждение моего апостольства. Все, достаточно. У меня печать, я могу любой документ заверить. А печати нет. Бумага, говорит, все терпит. А печать уже все смотрят на печати. Хотя и печать можно подделать. Наверху написан адрес отдела юстиции краевого. Оттуда звонят с района. И сразу им ответили, никакие не ядовисты. Это, говорит, православная церковь. И все эти в ребрихи-то и сели. Это было у нас уже. Так вот, каждое слово писания, оно должно войти в нас. Ты это прочитал. Покажи твою печать. Печать – это только обращенные, не приведенные, не переманутые, не перетянутые. А именно возродились, получили крещение, рождение свыше, пришли. И покажи. А если этого нет, нету, буду работать на этом, это Бог даст.
Мы это стараемся делать. Просчитал это. И вот этой печати теперь, добивайся у Господа. Господи, я так хочу эту печать иметь. А как, дома не будет тебе покоя. Везде работай. В первую очередь работай над своей женой. Работай над своим мужем. Работай над своими детьми. Внуками работай. Это будет твоя печать. Вот у баптистов хорошее песнопение. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноп один, в руках нести. Понимаете, это говорит человек, который понимает цену этому снопу. Православные не знают. Свечка и дальше готов умереть. Да я покажу, да вы православные. Да. Это ты можешь показать. Свой майдан можешь устроить. А дальше-то ничего и нету. Златоуст говорит, чтобы обратить душу, нужны тысячи талантов. Ни один, ни два. А крестить, говорит, ни одного не надо таланта. Лишь бы был священник и не запрещенный. Вот это просчитал один раз. И теперь всю жизнь на это положу. Для этого ни одного дня не хватит. А как? Откуда я знаю? Ответ только у Бога. Люди даже не понимают. Ну вы молились. Я не просто молюсь, я прошу у Бога принять хвалу мою, благодарение за суды правды Его. Вот я совсем не слышу. Я благодарю Бога, понимаешь? Я благодарю. Со своей стороны, я не пренебрегаю врачом, он у меня рядом, даже напрашиваясь меня, проверьте еще раз, техосмотр проведите. А дальше будет видно. Вот это, понимаешь, нет? Это как мандат, который ты с тем явишь. Талант твой в этом увеличится, или ты зарытый его принесешь. А никого нет, кого ты пришитый? Я смотрю, 12 человек опять. 12. Тоже помните, когда я вел занятия в университете, у нас все время прибывали люди. Прибывали занятия, я тогда стал объявлять. Комната-то небольшая, там человек 120 помещается вот, в аудитории. Я сказал, сейчас люди приходят, свои выходите в коридор. А те, которые впервые придут, чтобы они могли здесь сидеть-то. Вот какое положение было. И патриархия меня оккупировала со всех сторон. К начальникам шли в органы, чтобы меня оттуда вышибли. Разбойники. И в этой невыносимой обстановке я должен был работать, трудиться. Наша община, она уменьшается, она исчезнет. Мы показали пример. Павел, Коринфская церковь, Римская там, которая-то, это все другие остались. Других вообще нет церкви, нет. Покажите, где Лаодикийская. Где Филадельфийская? Филадельфия-то не в Америке же. Ничего нету, пустые. В Пахоме 11 тысяч монахов. Даже камней не осталось нигде. Все, пыль занесло. Чего удивляться-то? Страны исчезают. Где хеты? Где Хамурапи? Где инки? Но мы должны показать. Я положил все. Так. Знаю, Виктор. Вот забота. Увидел дом открытый. Это настоящая дверь. Рай. Это есть, Володя, направь туда объектив. Черный камень. Это есть рассказы такие, дагестанские. Встретились как-то два товарища. Он говорит, как, да нормально так, говорит, дом построил, женился. Приходи в гости. Он пришел, а его дома нет. А жена-то не такая. Он, муж дома, нет его, а что вам надо? Да нет, я пришел, вот хотел это поговорить. А ходит тут кому не надо-то. Он на работе работает, едва живой приходит с работы, он в две смены работает, он ничего не говорит. Но я попозже обещал. Позже некуда, он приходит, только моется и сразу спать ложится. Жена ему сказала, приходил какой-то муж. Доктор, друг мой приходил. Ну что, что друг? А ты его не пригласила, нет? Встретились снова, говорю, да ты у меня был, видел? Видел, говорю, дом хороший у тебя, но дверь у тебя не важная. Я думаю, тебе дверь придется менять. Она его не запустила в ограду, он про дверь говорит. Мужик пришел с работы со всех сторон, дверь осмотрел. Бабу стал подробно расспрашивать, и тогда он понял, что. Встретились, он говорит, приходи, у меня дверь теперь очень хорошая. Тут дверь снял с петель. Вот и все. Вот она прошла мимо. Увидала, что у меня заперто. А я пришел, ей дал сигнал, у тебя не запертая дверь. Побежала она запирать.
пошла, там уже у меня другие пришли. Видите, сейчас Алексей обещал приехать. Они не доделали. Женам плохо или там, теще стало, повезли домой. А был бы не связанный один, так не поехал. Давай. Следующий стих, третий. Вот мое защищение против осуждающих меня. Такой короткий стих. Да, вот я-то могу сказать на каждом шагу. Вот они обвиняют, я не православный. Там заходит какой, я не православный. Ну да, нет. Но моего не православия хватает, чтобы сектанты стали православными батюшками, знаешь? Ну, знаю. А ты православный, конечно. Макдок пришел откуда-нибудь, там пьяница. А почему через меня? Батюшка есть. Он не понимает, у него ничего нет. Моя печать, вот она. И против осуждающих меня я конкретно ссылаюсь на людей. Вот люди. У меня недавно один враг такой прям кипит против меня, ищет-то. А потом и говорит, конечно, вот они собираются там, выпивают, и все меня долбят. Долбят. И, конечно, собрать общего, мы тут рассуждали, это не по силу человека. Понимаете, что это невозможно, разный характер. Просто проходной двор, без дисциплины, без всего, без канонов церковных, то можно. Но чтобы как одна душа люди жили. Вот этот, да, Нина Александровна. Вот этот вот стих, мы начинали, вот первый стих, и вот теперь вот он говорит, вот мое защищение, вот мое защищение. То есть он нуждался в этой защите-то. А почему он нуждался? Вот как раз это с того вопроса, с которого мы начали. Вот где открыто-то, что он действительно защищался. А почему он защищался? Да потому что он вот так вот глаза в глаза-то со Христом не встречался, он только в духе, он имел Духа Господня, который его послал. А его обвиняли, что ты не апостол, потому что ты не ходил с апостолами-то. И ему пришлось защищаться, да не апостол ли я? И он говорит, почему он апостол-то? Потому что он в духе. Послушаем, что говорит Феофилакт Болгарский. Объясняйте. Желающим знать то, откуда видно, что я апостол, я предложу свою защиту вас. Ибо доказав, что вы всему научены, выделено жирным шрифтом, всему научены мной, я поражу осуждающих меня. И тут ремарка иглы. На суде Божием спасенные через евангельскую проповедь будут живыми свидетелями того, кому за ним принадлежит похвала, за них принадлежит похвала за их спасение. И через тот, и тот, через кого они обратились ко Христу, может смело сказать: «Вы всему научены мной». Так у нас тут в самом начале было, так сказать, разногласие в том, видел ли все-таки апостол Павел Иисуса Христа или не видел. Видел. Нет, ну разногласие какое, Виктор Андреевич? Так, подождите, Игнатий Иванович отвечает, Нина Александровна. Видел. Он прямо говорит, не видел ли я. Ответ. Ответа даже искать не надо. Не видел ли я, то есть это вопрос настолько... риторически уже был протоптан, на него определенно щетка можно было сказать. А доказательств? Доказательств никаких. Рядом люди видели свет. Больше ничего. Да. Никто они не видели, а он видел. Это же не разногласие, Виктор Андреевич. Я просто не... Господь ни разу. Даже едет на корабле, когда говорит, ночью явился мне Господь. Явился мне Господь и сказал, всех я тебе дарю. Погибнет только корабль. Явился мне Господь. Все. Видел, на 100%. И ему явился при пути в Дамаск. Если с вами он беседовал со всеми вместе, то со мной с одним беседовал. И кроме того, я ушел в Аравию. Сколько он там был? 2 недели, 2 месяца, 2 года? Никто не знает. Но это было, конечно, не один день. И, конечно, он был с Господом. Он всегда с ним был. Если монахи, которые в уединении молились, являлся Господь, неужели мы можем предположить, что апостол Павел меньше был угоден Господу? То есть этот вопрос не вызывает никаких сомнений. Нет, видел, да. И все. Да, Нина Александровна? Я еще раз хочу привести пример вот, на прослушанную проповедь.
рассказывает вот этот монах Иоаким Парра. Иоаким Парра. Парра. Иоаким Парра. Не видели в интернете? У меня стоят ролики, я его давным-давно... Вот она о нем говорит. Я вот сейчас хочу оттуда пример. Вот, что... Об образовании общем он там толкует, приехал. И вот он рассказывает, говорит, однажды я, говорит, много трудился и настолько был утомлен, что вовремя не проснулся, а был будильник поставлен. И я даже не услышал будильника. И когда я услышал уже звон колоколов, то есть уже все началось, а без него он проспал. И он в таком... Он подскочил, скорее начал суетиться, одеваться, чтобы скорее бежать. И я, говорит, услышал. Говорит, Господь ему говорит, я здесь. То есть Господь всегда при нем. Я здесь. Куда ты бежишь, торопишься? Я здесь. Вот так вот. Господь всегда пребывает со своим. Он говорит, я прям явно услышал, Господь говорит, я здесь. Ну так какое защищение апостола Павла? Мы? Что он апостол? Мы в Господе. Мы в Господе, если пребываем в Господе. В Духе Святом. В Духе Святом. Четвертый стих. Или мы не имеем власти иметь и пить, или мы не имеем власти есть и пить. Такой короткий опять стих четвертый. То есть, взяв нужное с учеников, но мы не пользуемся этой властью, хотя мы и имеем ее. Ну, мы уже говорили о том, что апостол Павел жил за то, что трудился сам, шил палатки, и говорил об этом неоднократно, что он имеет право, но лучше предпочитает жить за свой счет, за то, что он трудится сам. И пятый стих. Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, братья Господни и Кифа. Толкование. За апостолами следовали богатые женщины, которые доставляли им необходимое и всю заботу об этом принимали на себя, чтобы они занимались только проповедью. Выделено только проповедью. Примечай, что верховного он поставил после как важнейшего, выражая такую мысль. Что мне говорить о прочих? Сам Петр так делает. Братьями же Господними называет Иакова, епископа Иерусалимского, Иосию, Симона и Иуду. Матфея 13:55, которые назывались братьями Господа, потому что Иосиф обручен был с Богородицей. Ну вот уже сейчас говорил Игнат Тихонович о том, что апостолы, а нынешние епископы, они вот изменили все. Вот эти слова практически это антиевангельское направление это, что теперь епископы должны быть безбрачными. А апостол Павел говорит, а разве мы не имеем права иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, как и апостол Петр? А кто еще женат был из епископов? И кто из апостолов? Кроме Петра, кто был женат еще? Не знаю. Неизвестно. Были или не были? Не знаю. Да тут прямо говорится, прочие апостолы. Как ну, прочие, ну так... Значит, были. Ну, значит, количество были. Не указано, но были. А Петр это отдельно. Ну да. Сегодня скоро конкретно идет, я не давным знаю. Давно уже, не в этом столетии, что Павел был женатый. Павел был разведенный просто. И это мнение доказывается у доктора Мартенсена, епископа новозеландского. Я вот склонен думать, что он не был женат. Но доказательств никаких на это нет. Он говорит, мы не имеем ли права иметь. Он себя в число тех женатых епископов ставит. А было такое, когда Фёкла за ним пошла, в его житии говорится, и она прямо ему признается в любви. Он почти женился. Но это житие. Житие это не канон. И чтобы мы к нему стали хуже относиться. А послание апостола Петра считаем, я думаю, о, женатик, рукой тут водил, а мне считать приходится. Даже не думаю. Определенно, знаете, женат был Иоанн.
Остальные Бог один знает. Узурпировали эту власть церковную монахи. Мертвая стала пытаться оживотворять кого-то. У монашества задача другая. Момо один. Скрыться. Духовно, нравственно совершенствоваться. Молиться за весь мир, там, ну, все, что они говорят. Но не поставлена задача монахам идти и проповедовать миру. Они все без печати были. Ни одного не было, где эта печать была. А если такие были, так их селом, как Кирилла и Мефодия, выковырил там император Михаил. И главное, они съездили, свое дело сделали, опять нырнули в монастырь. Видят такие труды истинно апостольские. Да, единицы есть, как Николай Японский, Касаткин. Но он из ряда вон выходил. Как бы Николай Японский, мы бы не имели достоверных сведений о том, какое было духовное состояние, когда пленных стали привозить тысячами и тысячами. И он одного на сотню не может найти, который был бы настоящий верующий, плененный в Японии. Битва Сусима, там Новикова прибоя, там все описывается где. Ничего не знает совершенно. Пушечное мясо для Николая II было. И это все благочестивый, самодержавный, царь и прочее. Но это так, не скидывайте с весов. И Бог убрал это все. Убрал. Без воли Божьей этого не было бы. Конечно. Ремарка иглы опять. Иннокентий. Епископу надо. Он рвется. Жена, дети. Но милостью Божьей пришла болезнь, и дети примерли. И жена в отвал. А теперь он епископ. Теперь он канонизирован. Но главное, что на пути только жена стояла. Ну, такой, как у Иоанна Кронштадтского, его Елисавета. Это уже они жили так, не зная друг друга. И она жила при нем, и все, и другого не было. А у этого-то, то есть, допуска не было. Но Иоанн Кронштадтский не рвался в епископа. Ему и так хватало славы. Он видел здесь беду. Он шел единственно верным путем. Строить дома презрения, фабрики, чтобы эти бомжи работали. И все. Ремарка иглы. Я думаю, на сегодня уже закончим это. Да. Сегодня ни один архиерей, ни один священник не может сказать, что они занимаются только проповедью. Не зря здесь выделено было только проповедью, чтобы они занимались. А все остальное должны быть, они как бы должны быть вот, имея спутницами жен своих, иметь обеспечение для того, чтобы только занимались этим делом, проповедью. Даже ни в чем, даже при всем желании, под страшными угрозами, исходящими от Слова Божия, не заниматься ничем иным, выполнить эти слова никому не удастся. Его сразу же объявят еретиком. Если человек надел рясу, ризу, то он должен проворачивать непрерывно крещение мертвецов, отпевание мертвецов, венчание мертвецов. Есть некоторые, имеющие страх Божий, и они хвалятся, что у них служба не сокращается, они вычитывают все, что у них старинные иконы, что у них и многоточие. Но кто скажет, что у них только проповедь, и они занимаются только проповедью. Идите и проповедуйте по всему миру последние слова, которые Господь сказал, возносясь от земли. Да. Ну а как же без молитвы, без службы-то? Сначала помолиться, а потом на службу, а потом уже. А кто говорит, что. А там не сказано, только еще чеснок остался. И что? Все, что ли? Время-то час прошел-то. Полтора обычно. Все? Да. Да. Ну тихо, там чесночок. Да. А что вам думаете делать? Сейчас поможете? Я слова свои не слышу. Да услышите. А тебе, говорю, еще слышит. Бог слышал. Боже, милостив будем и грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня, грешного, помилуй.
за молитву святых отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, спаси блажи души нашим. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, слава Тебе за этот воскресный день. Слава Тебе за святых апостолов и святых учителей Церкви Вселенской, которые растолковали нам Священное Писание. Дай нам, Духом Твоим Святым, истину и ревность, быть в послушании Церкви, исполнять волю Твою, слышать голос Духа Святого. Пошли, добрые жители Вселения наше, и укажи нам место, где мы должны остановиться в этом путешествии. Пошли все необходимое. И к тому расположи сердца наших братьев Николая и Виктора, чтобы мы были как единая душа перед Тобою. Утиши враждующих, поднимающих мятеж. И там да будет воля Твоя святая. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Батюшка, отец, всем поклон передает. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Ты когда можешь, чтобы его связать?